Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП под Бобруйском, которое произошло в июне. Тогда в водоеме недалеко от города обнаружили перевернутую машину с трупами четверых мужчин в салоне. По версии следствия, водитель находился в алкогольном опьянении. При попытке начать движение задним ходом он выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Колес меньше, опасностей больше. В Бобруйске с 9 по 14 сентября проходит профилактическая акция с целью предупреждения ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. ГАИ напоминают мотовладельцам о необходимости хорошо экипироваться, двигаться с включенным ближним светом фар и соблюдать скоростной режим. Футбольный клуб «Белшина» проведет день открытых дверей. Юных спортсменов и их родители приглашают 12 сентября в 10 утра на стадион имени Прокопенко. В Беларуси опасность возгораний снижается до минимума. Запреты на посещение лесов сняли почти на всей территории страны. На ситуацию повлияла погода. Пожароопасность уменьшили дожди и грозы. Ограничения сохраняются лишь в нескольких районах Гродненской и Гомельской областей. Подробную карту можно найти на сайте Минлесхоза. Детское Евровидение 2020 пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Конкурс должен был состояться еще в ноябре в Польше, но теперь все песни прозвучат из студий стран-участниц. В этом году их 13, в том числе и Беларусь.